профилактории Харцизского трубного завода в минувшую пятницу выдавали гуманитарную помощь переселенцам. Для беженцев, проживающих сегодня в Харцизске, Международный комитет Красного Креста выделил 295 наборов, по одному на каждого переселенца. В Харцизск помощь была доставлена при содействии аппарата, уполномоченного по правам человека в ДНР. Выдача гуманитарки была организована в холле профилактория ХТЗ. 150 наборов получили переселенцы, которые сегодня находятся в пунктах временного размещения. Почти столько же раздали беженцам, проживающим в Харцизске на арендованных квартирах. На сегодняшний день мы привезли гуманитарную помощь непосредственно для вынужденных переселенцев в сотрудничестве с уполномоченным по правам человека. Они определили потребность, предоставили цифры и мы совместно с ними обеспечили такую помощь. 20-килограммовые пакеты с продуктами питания и средствами гигиены, конечно, отгружаются и переселенцам, проживающим в Иловайске, Зуевке, Троицко-Харцизске и в Зугрессе, где уже выдано около 200 наборов. Такая помощь, во всяком случае, до лета 2017 года будет регулярной, утверждает Лариса Ивашечкина. Гуманитарка будет выдаваться раз в два месяца. В целом, с 2015 года переселенцам ДНР было выдано уже более 12 тысяч продуктовых наборов. Обслуживает уполномоченный переселенцев вместе с Красным Крестом по всей территории республики. Но преимущественно это Шахтерский район, Торез, Амросевский, Харцизск, Зугрес, Донецк, Макеевка. Сегодня в ДНР насчитывается почти 8 тысяч переселенцев. Для людей, оставшихся без жилья, в республике действует около 20 пунктов временного размещения.